Почему мы закрываем глаза, когда молимся, когда мечтаем и когда целуемся? Да потому что в мире самое лучшее нельзя увидеть, но можно чувствовать. Я не знаю, когда ты найдешь любовь, я не знаю, кто исполнит твои мечты, но в мире есть один особенный человек, вот бы вам познакомиться, и это ты. С чистого листа не получится, ты слышишь, надо поменять карандаш. Знаешь, иногда, чтоб с разбегу прыгнуть выше, надо сделать 5 шагов назад. Ты никогда не будешь моложе, чем сейчас. Ты никогда не будешь сильнее себя. Не бойся потерять берег из виду, если хочешь пересечь океан. Но если в сердце твоем всегда будет Бог, тогда и некому судить тебя с высоты. Но если за каждым шагом твоим будет стоять любовь, цель станут сами шаги. Не получится, ты слышишь, надо поменять карандаш. Знаешь, иногда, чтоб с разбегу прыгнуть выше, надо сделать 5 шагов назад. 5 шагов назад.